Наконец-то завалило снегом. Ой, елочку привалило. Я не знаю, вообще жилец она или не жилец. Это шаровидная туя. Ну вот, она что-то все желтеет, желтеет. Может, она живая. Сорняк, смотри, совершенно зеленый. Снегом неубиваемые сорняки. Ой, все, согнуло. Все согнуло. Ну вот, выпал на снег. Всем привет! Какое сегодня? 22? А, 21 декабря, да? Вчера мы поменяли зимнюю резину, поставили, съездили в Белореченск по делам. Специально ехали, потому что смотрели прогноз, знали, что будет снег. И вот сегодня у нас снег с утра. Ночью шел снег, и вот утром проснулись, и у нас снег. Наконец-то завалило все сорняки. Наконец-то не надо ходить смотреть на клубнику, полоть ее. Ну, в общем, такую погоду нам обещают. Сейчас-то плюс днем, но вот нам обещают аж даже минус 16 до выходных. Ну вот почему-то снега особо не стоит. Снега, может быть, и не будет. Не знаю, этот сегодня растает, не растает. Сейчас вот выйдет солнышко, видите, вот оно, сейчас эти все тучки уйдут. Выйдет солнышко, может быть, он, конечно, и растает. Не хочется мороза 16 градусов и без снега. Все-таки хочется, чтобы было все это припорошено снегом. Ну вот, инжир мы укрыли. Не смогла я на второй инжир поставить бочку. Куры все ушли в сарай. Сегодня утром открыла их. Они такие все выскочили. И обратно. Ну вот, в общем, на второй куст инжира не получилось мне поставить бочку, потому что он очень высокий. Укрыли его спанбондом и сверху вот пленкой укрыли. А на этот все-таки бочку поставили под грузик, но поставили бочку. Так что инжир у нас зимует вот так вот. Ну что, красота у нас. Кругом так это падает сейчас, снег тает. Падает такое шуршание в огороде такое. Тук-тук. Ну и внизу укрыли мы озимину. Тоже укрыли ее спанбондом и надели сверху мешок из-под кормов. Ну, туда мы вниз не пойдем. Ну, в общем, что смогли, то укрыли. Гранат стоит у нас под укрытием. Ну, гранат и банан мы уже давным-давно укрывали. Ну, вот, в общем, ждем морозов. Вот такая у нас, такой пейзаж у нас сейчас такое все белым-бело. Видите, вот падает снег, падает, шуршит. Ну, очень хорошо мне. Можно сейчас спокойно отдыхать. Не смотреть на растущие сорняки. Посмотрим, сколько снег у нас пролежит. Ну, а там что-то к выходным опять у нас потепление. Здесь вот снег. Вот в Карелии, вот чтобы такое увидеть, вот когда так лежит вот снег на деревьях, для нас это была такая красота, почему-то редко. Потому что там такой сухой снег, и он падает, падает. А здесь вот, видите, вот все деревья кругом, они все вот так вот в снегу. И мы их стряхиваем, потому что он начинает таять, становится таким твердым и ломает ветки. Ну, этого, конечно, уже ветки не поломает, а вот маленькие пригибает и ломает. Сегодня вроде бы самый короткий день. Вроде как самый короткий день и самая длинная ночь. Длинные ветки все сразу же пригибают. Ах ты, колючая какая! Видишь, не хотят куры выходить, смотрят, а выходить не хотят. Он это как вообще загнуло. Ай! Ай! Ух, смотри, как впилась колючка, зараза. Колючая. Зараза. Ай, не буду трогать. Вот эти у нас в том году снегом все маленькие саженцы поломала. Соня сегодня, кстати, наоборот счастливая. Утром пошла к ней, у нее уже там все кругом оббегано. Когда был дождик,
Так она из будки не выходила, а снег, и сегодня счастливая, такая довольная, гуляет. Ну вот, как весной, звенит капель, все отовсюду капает, с крыш начало капать. Солнышко, видите, вот, чуть-чуть, но сейчас выйдет, и, наверное, будет таять снег. В общем, вот, выпал у нас снег. Поделились с вами снегом. А мы пользуясь погодой, пойдем лепить пельмени. А раз такая погода, налепим сегодня кучу-кучу пельменей. Достали вчера фарш, разморозили. И вот сейчас будем лепить. Видите, вот прям вот вылезает. Но все тает, все равно, видите, тепло. На улице-то тепло. Не хочется большого мороза. Ну ладно, всем пока. Будем смотреть, как будет таять снег. И лепить пельмени. Ну все, всем тепла. Ай-ай-ай. Падай. Не знаешь, куда ступить. Не, ну так-то чертания, конечно, тумбы видны, но все равно. Всем тепла, здоровья. И мы не хотим больших морозов. Надеемся, что снег останется, но мороз не будет 16 градусов. Как-то 16 градусов совсем не хочется. Конечно, это всего лишь пару часов, особенно ночью. Но в общем, не хочется нам больших морозов. Все, всем пока, счастливо, до новых встреч.